Тебя отвезут, а я потом как-то не буду. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, целися в ми, и очисти ми от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, мы просим Твоего благословения на это собрание. Очисти мысли наши, чтобы мы молились о том, что служит для прославления Твоего святого имени. Да будут услышаны нам наши молитвы, как учит о том святой Златоуст. Помилуй нас, прибудь с нами, чтобы мы вышли отсюда иными, просвещенными, водимыми Духом Божиим. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Иди, брат, иди. Подталкивает меня староста, говорит, иди, говори. А что говорить? Вот в прошлый раз начал говорить, я уже нехороший, потому что задеваю вот тех, которых нету. Ну, давайте не будем говорить о них. Ну, нету их, ну и пусть нету с нами. Ну, придут, когда захотят. Что говорить-то? Все правильно. Да? Правильно, так и будем делать, да? Ну, будет у нас что? То же самое, что мы видим в других храмах. Проходной двор. Пришел, ушел, никому ни до кого нет дела. А мы здесь одна семья, мы беспокоимся. Вот рад видеть Галину Ивановну в здравии небесном, слава Богу. Ну, радость же, правда, радость? Но сестра пришла после болезни, оправилась. Слава Господу, возблагодарим Господа, что воздвигнул ее от одра болезни. Можно я скажу сразу? Да, говорите. Потом. Братья и сестры, я всех благодарю за молитвы, за звонки, кто меня поддерживал. Я всех благодарю. У меня было очень много времени, я болела долго. У меня было очень много времени для рассуждений, для осмысления. Очень много я узнала духовного, потому что я много читала, много я смотрела православного канала «Союз». Я познакомилась с Олегом Стеняевым, я познакомилась с Дмитрием Смирновым, с Осиповым. И поэтому, как бы вот эта болезнь, я считаю, что Господь специально нас иногда укладывает, чтобы мы остановились от суеты мирской, чтобы подумали о божественном, о Царстве Небесном, о спасении души, задумались, для чего мы здесь живем, что мы делаем, и так ли мы вообще живем, так ли мы так живем. Задумались бы, кто наш ближний, а ближний наш тот, кто оказывает милость, кто помнит о нас, кто молится о нас, вот кто ближний. Поэтому благодарю всех, абсолютно всех, кто молился, кто не молился. Но я всех благодарю.
Потому что мы у все Божьи, абсолютно все. Храни вас всех, Господь. Ну, еще хочу сказать, что надо иногда вот посетить иной храм, да, кроме нашего. Но для чего? Для того, чтобы оценить то, что мы имеем. Часто мы не ценим то, что имеем, а потерявши плачем. Иногда некоторые даже не плачут. Ну вот это уж, ну, участь такая, вот дело такое. Здесь встает вопрос об избрании. А избранничество зависит прежде всего, конечно, от Бога, но и от нас тоже, потому что без нашей воли, воля дана Богом нашим, нам дана воля, она, и это самый великий, самый бесценный и самый страшный одновременно дар. Без воли мы были бы просто, ну, роботами, были бы манкуртами, и Господь бы нас всех бы избрал, и всех бы в Царстве Небесное, и все, и, или наоборот, всех бы погубил бы, и все, и больше и ничего не надо. А вот по нашей воле, сопрягаем мы свою волю с Божественной, рассуждаем мы, учимся мы, приходим мы на занятия или не приходим на занятия. Вот на занятиях сегодня будет очень интересная тема, разбираем мы. Вот стоит только задеть кого-то, вот ты начинаешь, и пойдут уже пересуживать с другими людьми, даже с неверующими людьми будут рассуждать о том, что здесь происходит у нас. Какие мы вот такие нехорошие, какие мы тут все тоталитарные секты, и злые, и нехорошие, и любви у нас нету. А вот как раз сегодня мы будем говорить на занятиях о том, что мы между собой должны все эти решения, все эти вопросы решать. Прежде всего, не прибегая к суду внешнему, к суду внешних, неверующих. И все же, кого у нас нет? Давайте вспомним. Что-то я не вижу, Татьяна Кузьмична болеет. Вчера была же она? Была. Она у Александры Ивановны. Валентина Ивановна отпустила на службу. А, ну все понятно. Вопрос исчерпан. Так, как там у Александры Ивановны одновременно спросить надо? Ну, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, как? Да маленечко. Сестра. Поправляется потихонечку. Дух бодр? Да, конечно. Ну все. Плоть немощная, дух бодр, слава Богу. Вот она дает нам пример. Она подавала нам пример, когда приходила сюда, едва шла, и все равно она шла сюда в храм. И в субботу приходила, и в воскресенье приходила. Пример подавала нам, более молодым. И совсем молодым. Еще кого нет у нас с нами? Оля здесь. Оля Соколкова, она путешествует. Она болеет. Она вчера звонила, она с температурой лежит. Да. Болящая. Да. Значит, помолиться о болящей. Может, нужна какая-то помощь? Не говорила она? Да была, когда приедет. Вчера звонил, сказал, что билеты у него на 6 декабря. Сутки где-то добираться. Так что Бог даст, на следующее воскресенье должен появиться. Так, еще кого они вспомнили? Кого нет рядом, посмотрите. Мария Яковлевна здесь? Болеет. Мария Яковлевна? Мария Яковлевна нет, он болеет, да? Болящая, да. Еще кто? Анну Кузьминичну кто-то посещает? Хорошо. Ну хорошо, слава Богу. Слава Богу. Еще кого не вспомнили мы из болящих, кого нету. Валентина Павловна, она то похуже, то получше. Вот недавно была. Да, нормально. Для 88 лет нормально. 88. Ну 88, наверное, нет. В марте будет. В марте будет 88. Антонина, да, вот Антонины Севастьяны нету. Да, ее давно нету. Печены нет, не знаете. Она была у Валентины Павловны, я ее видела, она, видимо, в том храме. Да, я тоже с ней по телефону разговаривала. Она говорила, что пойдет к Валентине Павловне посетить ее. Но вообще она обычно когда батюшка приезжает. А, ну она на батюшку в большей части ходит. Когда батюшка приезжает, она на батюшку ходит, а так она в другой храм. Так, еще кого? Вот Ильи нету. Почему нет Ильи? Никто не знает? Тоня. А? Учеба. Учеба? Что, сегодня учится? Нет, задали много. Ничего? Не понял я. Помочь, задали много. Скажи. Задали много. Много задали, он учит. Мы ничего не успеем.
За талут как не успеваешь, иди в храм. В это время, когда еще десяти нет, еще спите там. Это лукавая отговорка. Даже в 10 раз больше зададут, не будешь ходить в храм, тебе это не нужно знание-то. Вот главное где. Отсюда Бог даст, что у меня знания будут, просто лавиной в него входить будут. Это общепризнано уже всем миром. Опровергни это, скажи, 7500 лет люди опровергают. Нет храма, нет молитвы, ничего не будет. Да и молитва какая должна быть? Господи, дай мне житейской мудрости на основе божественной мудрости. Только на этой основе. И раньше, которые люди заканчивали церковно-приходскую школу, они разумели больше, чем ученые, просто не занимавшиеся в этой церковно-приходской школе. Потому что Слово Божие, оно просвещает, прежде всего. Но хочу сказать одновременно, как наблюдатель, надо заметить, что чтобы мы, ну, акцентировать внимание на том, чтобы мы в храме не разговаривали. Жены ваши в храмах, да, молчат. А о мужьях уже и разговора нет. То есть кому можно говорить в храме? Мы даже на клире, там, на клиросе, мы стараемся как можно меньше говорить между собою, жестами обойтись или написать что-то. Если у кого-то есть какое-то слово... В храмах конкретно сказать, кто говорил. Мы много говорили, теперь только вставать. И пусть объяснят, почему кто разговаривал. У нас это вообще не принято. Сколько лет? Кто разговаривал сегодня? Сами, добровольно, сознайтесь. Кто? Ну, шепотом хоть одно слово сказали, встаньте и скажите, что как маленькие дети. Это маленькие дети у нас на безобразище, скорее за сзади с рукой ухватился, чтобы не наказали. Скажи, да, я виноват. Сегодня слышали Златоуста. Это раскаяние, ты больше этого не будешь делать. Дьявол все перевернул. Грех делать. Вот что надо стыдиться. А каяться не надо стыдиться, а сатана наоборот. Грех делать, нарушать, бесстыдно. А вот сознаться, он перевернул пирамиду-то, Златоуст говорит. Ну, сокруши вроде, его. Вроде из добрых побуждений. Никаких добрых. Сказать. Но когда выйдешь, то добрая, да. Доброта нашлась. Нельзя этого делать, и все, на этом конец. Даже батюшка спрашивает, покажи вот так. Батюшка там, там. Он искушает тебя этим, через батюшку, сатана. Не бойтесь этого. Когда Петр сказал по-человечески просто о Христе, Христос сразу сказал, отойди, сатана. И на этом все. Правило принято, и никто его не должен нарушать. Я сказала Виктору Андреевичу, что в четверг введение во храм Богородицы... Еще не надо говорить, но потом здесь скажешь. Главный нарушитель, вот он сидит здесь. Потому что она больше всех слышит, а раскаяния нет. И повторяется тысячекратно, не сто, а тысячу раз она уже нарушила. А в момент смерти не может сказать слово покаяния. Почему? Грех-то завалил рот. Когда вовремя надо было простаться сказать. Да, я сказала. Понимаешь, бесстрашие какое. Я ему сказала. Ну вот сейчас и говори, куда денется-то. Объявите. Среда, не четверг. Значит, придумай сама себе наказание. Сегодня нельзя, завтра останься хотя бы один день до вечера без еды. Сама себя, аппетитную. 4 декабря введение во храм Богородицы. Во вторник вечером и в среду. Кто может на молитву идти в храмы ближайшие? В любой храм, который около вас близко, Московской патриархии храмы, идите туда, как батюшка сказал, когда батюшки здесь нету. Не сидите дома, знаете, на 10-й праздник, по храмам все. Идти по форме, одетый, мне ни одного слова шепотом не говорить, ни к свечам нигде не подходить. Мы плавно перешли к вам, Игорь Тихонович. Ну, нет, давай. Пожалуйста, все уже, у меня все. Этот вопрос разрешил. Еще что есть у тебя? Нет, и все. Ну, тогда похоже. Вот это я тебя выставил. Так, неделя была у нас очень насыщенная. Первое. Я не расслышал. Вы сегодня пели «За упокой Марии». Какой Марии? Лапкиной. Вот, видите как? Я этого не знал. Дело в том, что из Потеряевки поступило два звонка от Валентины, моей сестры, и от брата Якима. Забыли, в какой день мама умерла? 28 или 29 ноября 98 году. Ну и ко мне. А почему? Потому что я примерно уже 60 лет веду дневники. Каждый день. В тюрьме, в больнице, для меня разницы нету. Все до одного дня зафиксировано. И они обращаются как в последнюю инстанцию. И я сразу сказал, год, месяц, день. И попутно назвал, какой день мама родилась. Во вторник там или какой. Есть такая программа. Ты скажи только, когда ты, ну, какого числа родилась, какой месяц, какой год. И я тебе скажу, в какой день ты родилась, вторник или пятницу.
Ну и сразу сказал, когда. Она умерла 29-го. Я просто попросить хотел всех, я не знал об этом. То, что там пели, пропеть сейчас здесь, нам это не помешает. Мы сами смертные. А потом я дальше продолжу. Виктор Андреевич, пожалуйста, попрошу. Это моя мама Мария Егоровна Щеларева была. Сюда идите. Родившая 12 детей, воспитавшая 10-х. Мать Мария прожила с мужем-инвалидом Отечественной войны, моим отцом второй группы. Я скажу, что сколько моя мама работала, я не видел в жизни, сколько она успевала. И сколько приходилось спать. Танюш. На моих глазах это было. Как будто она вообще не спала. И главное у ней было, что она всегда начинала с себя. С отцом вместе полкласса не кончили. Ну как они знали детей воспитывать? Отец никогда на мать не говорил при нас. Одно только слово скажет, когда горшки где-то стоят, и там горячая вода, лохудра растаяла, все. Ребенок-то обвалится. Но чтобы мать на отца сказала, когда нету, даже вообразить этого нам нельзя было. Только что отец скажет, когда вернется, он пастух был. Мы боялись этого слова, что отец скажет, как огня, не то, что били или драли, у нас этого не было. Вот мать, она оставила себе эту память. Мы, когда спрашивали, как улицу Потеряевки назад, мы дали все данные, и район утвердил имени Марии Лапкиной. Нас просили назвать деревню Лапкино. Мы не согласились. Старинное название Потеряевка по первым поселенцам оставили. Ну и вот, мамы нашей нету. Она есть. Господи, молим Тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Упокой в обителях небесных Твою рабу Марию, прости ее все согрешения вольно-невольные, ибо нет человека, который жил бы и не согрешил. Твоя щепеть, аллилуйя.
достали? У меня сегодня необычный день. Я прослушал у нас здесь две проповеди Иоанна Златоуста. Я спрошу брата Игоря, ты к ним видно, что готовился, выписал места, которые, на которые Златоуст ссылается, а не по-славянски, он выписал по-русски. Ты когда подготовил эти проповеди читать? Ну, давно они у тебя готовы были? Вообще, я их перечитывал уже, но с вечера я вчера все это заново. Ну, сошлось так, говорят, случайность. Именно подошло на это, что я хотел выразить великую благодарность мою Богу за услышанные молитвы. Когда мы заканчиваем молиться, то, допустим, мы молимся, у нас порядок, я просто свидетельствую вам, кто у нас был дома, кто бы не был. Вот ко мне Галя Кубайкина приходит и всегда первым делом, давай помолимся, у нее молитвенный дух. Уходит тоже, давай еще раз помолимся. Помолимся, три святое и 100 поклонов, это раз. И своими словами, и в конце молитвы мы все поднимаем руки. Ну, приходится мне молиться, я говорю, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитвы всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И потом мы стоим какое-то время, сказав, Господи, Владыка, говори, слушает и слышит раб Твой. Ну, знаете, так? Да. Последнее время у меня на молитве на первое место, ну, кого когда поминаешь, там, обычно родители, бывает кого-то, но все время бывает какая-то такая срочная, важная нужда, и я их выставляю, эти нужды. Вот попутно хотел сказать, я не вижу, Татьяна, ты где наша Капустина? Нет ее сегодня, она у Александры Ивановны. А, дежурит у больной. Да. Значит, ей сказать, она обычно записывает. Вчера мне позвонил брат наш Севастьян, он в командировку улетает в Москву. Вот человек... Живет не рядом, и он всегда позвонит, прилетит, всегда скажет, вот такой порядок. Вот Надежда Андреевна, она всегда, вот Вадим поехал куда-то, и всегда позвонит, и мы всегда помолимся. Не забывай только никогда сказать, чтобы, как только сказали, благополучно вернулся, мы мгновенно бросаем все, становимся на молитву и молитву благодарности. Я знаю, тут многие, кто куда-то что-то уезжает. Я вам говорил, что у меня было знакомство одно с одним священником. Я все называю своими именами и адресами, чтобы не было один китайский товарищ. В городе Томске священник, отец Сергей Дудин. Я вам рассказывал. И вот мы по-хорошему было, а потом на одном правиле у нас тут расхождение, седьмое правило 7-го Вселенского собора, там о мощах. Да вернее не о мощах, а о том, что кто не заложит мощи, когда строит храм, того епископа там... Наказать и извергать. И я сказал, что это неправильно. Такими словами выразился. Не хочу. И он, можно было понять, объявил войну. Многим людям сказал, там от нас отворотить, то другое. И я его вывел на первое место. Молился, даже за стол, когда садимся, краткая молитва, я обязательно его упоминаю, даже здесь. И вдруг сегодня утром, он, к нему зайти нельзя, он себя заблокировал. То, что связь ВКонтакте имел, у нас администратор, и через него приходило 2500 человек, он всех заблокировал, то есть на нас выйти нельзя, его заблокировал. Я ВКонтакте-то не работаю, он получал, на меня скидывал администратор, и я отвечал, и то, что быстро увеличилось количество людей, жаждущих познать истину. И все отрезало, на неделю заблокированы были. Я сказал, ты пожалуйся, в администрацию-то мы не виновны. А какую? А статью показали такую, что-то вредное, чуть ли мы не спровергаем общественный и государственный строй. Ну, я знаю, это обыкновенное, обыденное сергианство. Я все это выразил. Но на него выйти нельзя, он сам себя заблокировал, от нас к нему входа никакого нет. Я пробиться никак не могу. Я пытаюсь через тех, которые к нему близкие, я знаю, как Сергий, который парализован. И он говорит, он заблокирован, он сумел это сделать от всех-то. Но в моей молитве он был постоянно. Душа моя о нем скорбела невыносимо. Тем более у него такая болезнь, воспаление мозга. Это серьезнейшая болезнь. Мне надо молиться о том, что Бог образумил его, чтобы он в этом состоянии не ушел из жизни, при болезни-то. И болезнь-то надо помолиться, что это. И вдруг сегодня утром он выходит сам на меня в Mail.ru. Дважды просит прощения. Это вообще вещь для патриархийных, вообще неслыханная вещь, я вам говорю. Почти неслыханное. Последние 10 лет это первый случай.
Это великое чудо, Бог услышал молитву. Была пробита брешь у сатаны. Он его обложил со всех сторон мыслями такими-то, мы не православные, ну что угодно. И вдруг он столько пишет, я увидел, а все дни ко мне на Mail.ru-то заходит, оно показывает его портрет, он заходит и заходит, и говорит, что-то он пасется здесь. Сколько же я доброго у вас увидел-то, я неправильно сделал. И просится мне в друзья, конечно, я его принял. Он задает определенные вопросы, и я начал отвечать. Я это говорю за тем, чтобы, ну не здесь, когда будем молиться, поблагодарили Бога, как близок наш Бог. Это одно из самых крупных чудес у меня за последние годы. Священник, патриархийный. И чтобы вернуться назад, я сейчас сказал, надо вернуться, найти всех, кого ты сокрушил, которых отверг там. А его просили, что дайте такую мотивацию, ну, чтобы вроде не приходили. Он говорит, я на это не пошел. То есть у него где-то какая-то была грань, за которой он не перешел. Когда они переходят к эту грань, возврата нет. Это, видимо, похулили Духа Святого. С ним что-то случилось, он не так повел. Это один из неразрешимых для меня вопросов. Я, скорее всего, бросаю и на молитву. И он столько доброго сказал, но попросил, чтобы в интернет пока не выставлять. Пока это я добавляю слово. Я уже начал отмечать большие такие ответы на все его вопросы. Если я знаю, что канона неправильно, почему людей других я не предупредил, что они неправильные, их надо отпрощаться. Я ему отвечаю, 719 действующих правил мы все до единого обязаны соблюдать. Обязаны. В патриархии 413 правил, 57% правил соборов вселенских поместных святых отцов нарушаются ежедневно. Если кто знает за нами, что мы нарушаем, скажите. А наши собрались несколько священников в одном месте и говорят, вы все-таки нарушаете. Нарушаете. Мы нашли. То есть они искали хоть одно правило, которое мы нарушаем. Я думаю, вот это да. Какие хорошие батюшки-то у нас. Как их называют? Батьки. И вот они нашли, я говорил уже об этом-то. А вот написано, не мойтесь в бане с евреями. Канон-то, а вы моетесь? Никогда я вообще в баню не хожу. И поэтому не могу я его нарушить никак, потому что я в баню считаю, не надо ходить заразу собирать. Если вы в бане моетесь, то в нашу баню уже не приведете. Мы вас не пустим без дерматолога осмотреть. Там всякие венерические куто. Они остановились. Не ходите, нет. Ну, на второе правило мы знаем. Они что-то там к евреям имеют. Написано, не заходить в корчму, там то другое, в корчму. Ну, забегаловку. Там есть, я говорю, я никогда не захожу. Но там написано, по нужде я могу даже в храм лошадь завести. Если пурга застала, я в горах, чтобы лошадь не погибла. Святые отцы, они мудрые были, то вот в чем дело-то. Так я и не захожу, а как вот тогда в дороге? А никак. Мы с батюшкой как-то были, купили булку хлеба, сели в парке, снег обмакнем, и едим опять, подкусим, обмакнем снег и опять едим. Мы поели, и они тогда, ни одного больше правила не нашли. Нет у нас нарушений? Нет. Я только говорю, что седьмое правило Вселенского собора гласит, что при закладке храма должны быть там мощи мучеников. Не просто мощи, а мучеников. И во-вторых, это не крошили мощи, отрывали что-то, а целиком целый человек закладывался. Почему? Мощей было очень много. Я говорю, за исполнение его. Но если это не сделал, дальше, если это не сделал епископ, то не извергать его, попытаться убедить и прочее. Я вот за что. За епископа. Я как раз за соблюдение этого правила-то, но мне это поставлено было в вину. Тогда говорите всем, где какие правила вроде. Все до единого, еще раз перед всей вселенной заявляют, до единого правила обязан соблюдать. Мной начитаны эти правила, они в интернете стоят много лет, начитанные голосом. Я на них симфонию составлял, книгу правил, целую книгу перевел на русский язык. Я рассказываю, как был, когда в Америке, я с архиереем сидел рядом и по правилам помог ему рассчитаться с обидчиками. Что он прав. Не с кем-то, а с Иларионом. Он меня даже от себя не стал отпускать. Сиди, сейчас следующий жалоб сейчас придет. Какой канон? Они удивились, что я их на память знаю 719 правил. Я этим занимался. Они нужны. Они написаны как трубы Духа Святого. Но есть моменты, которые требуют разъяснения. Значит, Сергий. Татьяне скажите, чтобы она его и этого второй Сергии, который больной, записала, всегда у нас поминали. Передайте, пожалуйста, а то я могу забыть. А за Сергия, за этого, дома просто
положите все по правилу 100 поклонов, поблагодарите Бога. Я не знаю, надолго это будет наше отношение, ненадолго. Я уже боюсь, как бы мне опять что не сделать. Я попросил у него тоже прощения, благословения. И... Ну вот такое дело. Это сегодня утром было. Может, кто это не знает, ему скажет, ну нашел, о чем говорит. Это чудо Божье. Вы знаете, когда долго... штурмовали Берлин, и погибло 470 тысяч человек. Как люди благодарили Богу, что Жуков не положил 1,5 миллиона. Он мог это сделать. А это труднее. Ожесточившийся брат говорит, как что вооруженная крепость. И сложнее того. Потому что здесь легион дьявола защищает. Их надо было всех сокрушить, сатану и бесов его. Это Бог сделал. Проникнитесь моим духом, о чем я говорю. Второе. Я вчера говорил, повторю, потому что не все были. Вы знаете, как плясали некоторые, пришли в храме, там женщины ноги поднимали, их осудили, двоим дали по 2 года, они сидят. И сколько об этом было, я выразил свое мнение, меня спрашивали из монастырей, из-за рубежа отсюда, что нужно было делать. Я говорил, купить замок, закрыть храм Христа Спасителя или 5 замков, сколько там входов-выходов-то. И к нему не прикасаться снаружи даже рукой. И на 3 месяца. И 3 месяца молиться снаружи день и ночь при любой погоде, и чтобы патриарх приходил, и епископы. Вся Россия, чтобы плакала здесь, канал Москва наполнился водою. И весь народ обратится к вам. К вам. А когда стали они их преследовать, особые группы людей вышли, срывать там, наказать их надо было, это то другое. А вот если бы кто-то помочился у стены плача, а если бы кто-то сделал у камня Каабы, что бы с ними евреи, мусульмане сделали правильно, они бы не поступили так, как мы должны поступать. Нам не надо их не прощать ничего. Это знамение, знак, что не все у нас в порядке. Храм оскверненный, его закрыть и молиться день и ночь. И сердце народа обратилось бы. Я гляжу, вот что поступают, когда при таких эксцессах против православной церкви, а ее громят по всем швам сегодня, везде. Просто ужасно смотреть. И они ни разу я не видел, что поступили правильно. Они лишены развлечения духов. И вот там у них какой-то появился молодой человек, я все это в интернете выставил, называется «Кощунство статья». И он себе взял и как бы псевдоним Этне, Энтео. НТО, а на самом деле его фамилия Сарионов. Там подосланный жид, это предатель, там о нем всякие разные. Я много из него взял, что есть, он мне нравится. Он сильно меня напоминает. Я себя люблю, потому что люби ближе, как самого себя. И, то есть он везде старается встрять не так, то но идет не теми методами. И мне в этот же день, как только он там выступил, а где, ставили один спектакль. Его переделали, американский спектакль, и показывают, когда спектакль пошел, они знали, купили билеты, они не дешевые это. И женщина, подвешенная в таком состоянии там, женщина, и мужчина в священническом с облачением, гомосексуалист, перед ней молится, это все против церкви-то, ну пакость. И они туда пришли, вот этот Дмитрий его звать, этот парень-то, ему 24 года-то. Он лет 5 как пришел, был много лет кришнаитом, там он много что прошел где. И они что, на сцену вышли и к людям обратились, зачем вы смотрите это, вы же православные. Идите отсюда, выйдите, не оскверняйте себя. То есть они ничего плохого-то не сказали-то. Но он пришел не один, какая-то еще женщина или девушка Людмила была. Ну, охранники тут их вывели. И меня спрашивают, патриархия молчит вообще? Это ее люди это делают-то. Ну дайте свою интерпретацию этого события. На меня просто одно, а другое, я ответил. Неправильно это. Им не надо было туда заходить. Это место нечестивой гибели. Платили деньги, приходили, вы знали, вы сидели, смотрели. Какой пример дали? И какие православные, если вы набитый храм православными-то? Главные кощунники, не они, а мы. Мы православные, самые главные кощунники. Попы. Главные кощунники, потому что они все нарушают в церкви. У священников главная цель – прилучить к себе, и чтобы их слушали как оракула, как Бога. Ни Писания не надо, ни святых отцов, ни канонов. Я их очень хорошо знаю. И теперь он сказал, а то его, и они сразу все бросаются, и завтра тебя будут так же громить-то. Мы – главные кощунники. Я стал с этой стороны говорить. О нем только можно помолиться. У него сильно сложились нехорошие отношения с Кураевым. Они друг на друга там, ну Андрей, то тебе надо еще 3 года ломку проходить, а ты вышел куда? Ну и начал там его такими словами. Ну вот, я
ролик этот поставил. А я не могу отметить, потому что на библейских занятиях Володя был. Я сказал, Сережа, бодрствуй. Не зажмуряйте даже мысленно глаза. Все, он пришел, Володя, вот он снимает. И мы записали этот ролик. Я привел все места об артистах из 12 книг Дмитрия Ростовского «Жития святых». Что означает слово, и вывел все это из Библии. Ну, то есть, большой, да, пространный материал, не конкретно даже к этому событию. Но с прогнозом и дальше. И что он где выступал, я ролики его собрал, больше 10 выставил. Там можно смотреть, как он. Он говорит, везде хорошо, но все нету, пришли они, там, это партия Яблоко, Явлинского там. А они выступают там за аборт, и там все, ну, пакостно такое-то. И они пришли, что делать, громить? Там забрать что-то, книжки со стола у них собрали, вышли с тобой ящик или что было, не давай сжечь их там где-то. Ну, я вижу не так. Теперь майки какие-то там богохульные, они в городе, это целая процессия, они собираются по всему городу срывать эти майки с людей. А взамен давать им хорошие, там, мы русские там или что, я не знаю, что там есть. Но я говорю, это не способ. Он пришел в редакцию, его сделали известным, ну, как Навального. Это искусственно, я вижу, все. И он пришел и с собой кирпич. Которая берет интервью, говорит, а что за кирпич? А это мы идем в городе, где, ну, Христос есть камень основания веры, это камень. И где в витринах видим что-то там безобразное, бить витрины им и все. И у них духовники есть, и они сидят беседуют с Дмитрием Смирновым. Я все это ролики выставил, ничего не комментирую, только сказал, что вам надо было пойти помолиться в этот день. И зайти в монастырь и плакать и молиться. Куда нам идти позориться? Я когда беседовал с отцом Александром Менем, я говорю, вот если бы дали нашим священникам говорить на радио, телевидение тогда никто бы не дал там. Он говорит, хорошо, что не дают, такого петуха дали бы. Другой священник не говорит, а начнет говорить, говорит, такую околесицу несет, такой плетень в сгороде, только скажешь, не веди нас в искушение. Не просто говорить надо, а говорить согласно Словам Божьим, на основании Святой Библии. Подвязаться за веру евангельскую. Вот что нам Бог повелевает. Значит, его звать Дмитрий. Дмитрий. Вот. Царионов. НТО, это просто так. Его везде НТО, НТО. Никакого НТО там нет, он придумал. Вот. И что они там идут, где-то по паркам, где-то с мусульманами, где-то... Ну, молодец, просто он молодец. Но я бы сказал, что на все это надо выпросить у Бога внутренний ответ в Духе Святом. Они как будто этого не слышали. Помолиться о нем и о всем содружестве его. И они где? Выходцы от Даниила Сысоева. С его храма. Это не просто так. Это не просто так. И они большое дело делают. Они едут везде, там выставки устраивают где-то. Они так понимают. Мне не судить ничего не надо. Но только, ну, не кирпичами бить витрины. Я сказал, то, что которые пришли туда, ноги поднимали, они более щадящий режим избрали. Они не во время литургии начали это делать. А вы пришли во время их действий. У них там хат не где-то был, а в Амхате. Центральный театр, Москва. И они пришли во время представления спектакля. И начали прерывать, люди заплатили деньги. Не все здесь православные. И да выше-то человек 5 только. Они поступили как бы более жестко, чем те, которые плясали там, где-то не во время действия какого-то в церкви, там пустой храм был. Я это все высветлил. И главное, это у них называется Божья воля, которая организация. Я говорю, ой-ой-ой, какая претенциозность. Божья ли воля? Один раз немножко ошибся Петр, пожалел Христа. Христос сразу ему дал другое имя. Ты не Кипр и не камень, а сатана. Сатана, отойди от меня. Вы слышали такое? Пускай Папа Римский не забывает, что Петр не только камень, но и сатана в какой-то момент был. Думать надо не о чем. И причина какая? Ты думаешь о том, что человеческое, а не Божье. Я говорю о Божьем. Нужно по Библии смотреть. И не ссылаться на пророка Илию. Потому что Господь сказал, вы не знаете, какого духа. Как раз на этот самый момент. Второе, совершенно неожиданное дело, которое требует для меня прояснения, я в неведении. Звонит мне отец Аким и говорит, сейчас звонил бывший секретарь местной епархии Барнаульской, он был у нас здесь, отец Сергий Беляев. Высокого роста, такой представительный, он мне сильно понравился, когда у нас в алтарь зашел,
поклонился и стану престол, поцеловал, когда никого здесь не было. Я увидел его благоговейное отношение. Его, кажется, дочка, чуть ли не в университете, Маша, не с тобой она учится там где-то? Ну, где-то там она. Так я слышал-то. И он говорит, позвонил ему епископ Максим и просит все мои книги. Ведь вообще не вмещается меня. Мои книги, когда они за ними гоняются больше, чем за мной. Они бы меня, может, и пощадили, оставили живым, если бы книг не было. Зачем? Ну ладно, я перебираю варианты. Один вариант тот, чтобы ему посылали купить. Я их не даю в частные руки так. Я только библиотеки дарю. Для того, чтобы сжечь. Да глупости это. На один экземпляр меньше будет, это ничего не значит. Тем более, некоторые у меня изданы 4000 экземпляров книги, как истинного православия. Для чего? Ну, я, может быть, накручиваю здесь. Дело в том, что патриарх, я вот тут в этом ответе тоже показываю, что патриарх перед молодежью выступает, там военные где-то, и ни разу слово Христос не произнес, и ни разу не перекрестился. И попутно сказал, когда крестится Владимир Владимирович Путин, вот так крестится. А когда патриарх крестится, он вот так вот. Притом все время. Я не могу не сказать, что, потому что это талон для людей-то. Я думаю, что патриарху кое-что о нас известно, потому что он побуждал тогда к тому, чтобы вот приезжали они, и тут как-то с Максимом определенным прямо ему говорил, почему остались две общины из РПЦЗ, которые признали акт о каноническом общении, в то же время не идут в патриархию, не идут. И патриарх спросил об этом, не как-то я узнал от Евтихия, он Евтихий ему ответил. Был бы местный епископ по-другому, другое отношение, значит, результат был бы другой. Так что я говорю абсолютно точно. Значит, патриарх, я так думаю, я пока оснований не имею утверждать, он ищет выхода из этого небывалого положения церкви, травля идет, пилит кресты, там это, везде, вали кресты, спасай Россию, лозунг. Священников, самые нехорошие двое-трое показывают, а я сказал, что гомосексуалистов трогать там-то, они там еще крест крестом распятием раскрывают бутылку пить, ну кощунники-то. Когда священников судят за это и судили за гомосексуализм, садомитский грех при Сталине еще, я их знаю, имена могу назвать. Кого нам смотреть, кого осуждать-то? Они не на пустом месте эти спектакли ставят-то. И почему решили, что она Христа женщина показывает? Я говорю, во время поражения восстание Спартака 74-71 года новой эры, от Капуи до Рима 6 тысяч рабов повесили на крестах. Они тоже распяты были? Да мы не знаем, женщина она или нет. Может, просто наклейки сделала здесь, где надо ей. Откуда вы знали-то? Она тут у нее повязка висит. Она Христа поносит. Я не увидел нигде этого. Ничего нету. Туда не ходите. Говорит, земля поглотила. Змей пустил реку, а земля поглотила. Земные люди эту реку мерзости, они сами и проглотят, что написали-то. Не надо на искушение Христа с Корези там смотреть. Вообще не надо. И вот здесь я думаю так, что патриарх, он очень умный. По-мирски. Повторяю, по-мирски. Он ищет, спрашивает, где выход. Никогда такой травли в церкви не было. Где допущены ошибки? Как выйти? И может быть, кто-то оттолкнул его к моим книгам. А я уже слышал, что, уже советую, подожди маленечко, что выход только здесь искать надо. Потому что я никому не угождал и сказал прямо, где выход. Где выход? И тогда могли, а я напрашиваюсь, вы возьмите мои книги, 38 книг у меня, возьмите 38 цензоров. У вас же много там ученых людей, там мужей, с академией, с докторскими, богословием. Дайте по одной книге и найдите обвинение против меня по книгам, и меня вызовите в Синод, в Синедрион ваш. Оплатите дорогу, я приеду. Но во свете Библии, чтоб было, не по вашим выдумкам-то. 12 лет я прошусь. И может быть, сказали, да давайте, я уже фантазирую просто. И кто? А там был Максим. А у Максима какие отношения? Последний момент были хорошие, он был по Теряевке. Он уехал по-хорошему. И тогда бывшему этому секретарю, сейчас Филарет там другой, и он дает это указание достать книги, ему переслать. Эта пересылка обойдется около 2000 рублей. А сколько стоит? Мы заплатим. Я говорю, 20 тысяч 100 рублей. Да вопроса никакого нет. Но пока его не было. Может быть, это просто испытание, тем более мои цены в интернете выставлены. Я не знаю, почему. Я просто молюсь об этом. Я вчера просил помолиться. Что за этим кроется?
Как? Я говорю, приезжайте, я вам здесь книги выдам. Он потом сам мне позвонил, Сергей, и все это сказал. Вам батюшка звонил, отец Аким, и звонил. Ну, вот такое дело. Наш бывший владыка, он так вот и... А вот у меня на этой неделе только что было. Ответа у меня никакого нет. Я просто молюсь. А за Максима я каждый день молюсь. И поэтому я просто отношу все это к молитве. К результативности, которую Бог нам показывает. Я слышу вас. Хотя тому условию, чтобы был я услышан, вот мы слышали сегодня, 6 условий должны быть. Я как будто бы ни на одно из них не нарушаю. Ну, разве человек оправдается где-то? Во-первых, я ни на кого не имею зло, там написано, делай что и прочее. Так, чуть не забыть по первому вопросу, о маме нашей пели. Милостыня помогает. Златоуст в одном месте говорит, в 5-м томе своих трудов. В какой степени, что, никто не знает. Я ничего не подаю. Никаких блинов не пеку, у меня ничего нет. Я целиком самого себя на поднос поставил. В распоряжение каждого из вас. Поэтому считайте это за... Если кто не считает меня, ну, неизбежной напастью, как говорится, болезнью для себя. Несчастьем, что я с вами оказался рядом. Тогда примите так, что я ваши услуги даю вам ни копейку, ни блины, а самого себя. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Да. Аллилуйя. Я-то так, так. Просто у меня ничего нету. Дома, здания там. Я все подписал, отдал, у меня ничего нету. Совершенно. Я о маленьких вещах говорю и говорю больших. У нас здесь занятия возобновили братья. Библейские. 3 раза в неделю. Так вы, кто дает информацию об этом? Сергей, ты? Вот, брат наш Сергей, к нему обратитесь, где собирается, что, в какое время. И ходите, как в университет ходили. В университете-то ходили-то очень хорошо. Многие были там. Так. Еще. Я говорю, так, ты что-то торопишься, выйти надо. Знаете, вот к тому, что вы говорили... Сейчас этот, я не слышала начала передачи по радио в пятницу. Андрей Кураев, он же очень близко приближенный, сказал, что готовится перевод Библии на русский современный язык. Там работают 4 группы каких-то опять. И синодальный перевод теперь делают на современный русский язык. Библию будут издаваться большим тиражом, эта книга. Хорошо. К тому, что вот вы говорите, я думаю, что это, наверное, может быть и все-таки так, вот это. Об этом я не о группах знаю. Перевод Касьяна, я его начитывал, его Новый Завет целиком, переведенный уже, епископа. Так что для меня это не... Но... Не один Касьян, там 4 группы, он сказал, работают. Пускай даже, пусть будет и 5 групп. Я имею свою точку и скажу, лучше синодального перевода 1876 года, который у нас, не перевести, я заранее скажу. Не перевести. Я не где-то этот вопрос поднимал, а с Александром Менем, евреем природным, который работает с еврейской литературой, с оригиналом. Я сказал, отец Александр, а могли бы вот переводить так, как Хвольсон, Давид Аврамович? Он сразу отшатнулся, да вы что, да это совершенно разный уровень. Это люди были запредельно высоких знаний языков древних, ни одного арабского, древнегреческого. Это доктор... Лейпцигского университета, крещеный еврей. Отец Александр мог сказать так, а Веринцев Сергей пытался там что-то делать. Они легко идут на это, потому что на память не знают ничего. Для меня это невозможно. Я вначале молитвы изучал все на славянском языке, я за русский язык, но молитву дома считаю по-славянски. Почему? Ну, во мне это есть. Я не опровергаю на русском-то, ну... Они у меня на языке, это самое трудное. Я легче на немецком мог прочитать, на английском. Но на русском мне труднее, потому что слова схожие рядом. Я с одного, то на славянский, то на русский, там меня кидает просто. Это навык. Эту Библию, которую они переведут, никогда, я заранее скажу, никогда ни сектанты, баптисты, которые синодальным пользуются, ни адвентисты, ни остальные, все, которые не православные, они пользуются синодальным. Им не заменить. Почему? Потому что они многое знают наизусть. Все, которые не православные, они эту Библию любят, они знают наизусть. А которые не знают, им разницы нет, какой перевод не заметят даже. Иногда мне приводят что-то где-то, ну, сектантское, говорят, перевод какой-то сделал. Мне достаточно глянуть чуть-чуть, я скажу, не православный, не синодальный. И потом подряд проверять не буду, я просто не принимаю его. Хотя для ознакомления начитывал
епископа Кассиана перевод Нового Завета. Для ознакомления. Я не против нового перевода, но он никогда не будет таким пренебесным. 4 духовные академии переводила. В переводе участвовали 2 человека, которые канонизированы. Макарий Алтайский и Филарет Московский. Вам это что, не авторитет? 1876. Это уже минимум 150 лет. Эта Библия миллионам людей указала путь ко Христу. И как будто сегодня переводили. А вот язык, который был при Петре Первом, это другой язык. А нынче мы считаем, это язык Пушкина, язык Библии. Почему он сохранился на одном месте? Библия. Считая Библию, люди говорят, как будто сегодня переводили. Это один из самых лучших переводов в мире. Потому что она не может равняться оригиналу, там курсивом, вводные слова для пояснения и прочее. Так что я благодарю за информацию, но это не для меня. Потому что я с Библией 50 лет сплю в обнимку, с ней живу и хожу. Я говорил, что если в церкви считает иногда по Риме, и я расслышу 3 слова подряд, я сразу мог сказать, какая книга, какая глава, какой стих считают. И поэтому для меня все остальное не такое. Дальше. Мы как-то говорили, что у нас, мы считаем себя общиной широкого профиля. Молятся двуперстно, молятся троеперстно, никто никогда ничего не скажет. Как ты научен, так и молись. А если бы кто-то молился вот так вот молился бы где-то, я бы спросил, почему только и всего. Ну и тут дальше с батюшкой говорит. А относительно сложения перстов, то и другое, уже церковью признато равноспасительной. Так князь Владимир, Сергий молились. Так Иоанн Кронштадтский, так молился Сергий, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов. И все канонизированы, о чем вообще разговора нету. Но, здесь встречается одно но. Мы разрешаем нашим людям ходить, где они желают. Можете пойти в мечеть сегодня, можете помолиться. Для дела, для благовестия и прочее. Католикам, баптистам, адвентистам, где бывает. И наши люди ходили. Но предупредить батюшку, желательно, чтобы я знал, потому что я ничем не занят на молитве, предстаю Богу, как могу, и ни одному. И идти обязательно только по полной форме одетым. И не участвовать в том, что вы верите не так. Мы когда были в епархии, наши все пришли по форме, и когда они там что где-то пели, а в это время Нина Жолнерова, где она у нас? Вот она. Она отодвинулась маленько в сторонку и на снимках осталась. Она стала перед иконами и молится. Вот в полный рост наше отношение. Не так отвернись в сторонку и молись, а не так, что там какое-то будут что-то делать, и ты в этом участвовал. Не участвовать, не пить, не есть, ничего не надо. Ты пришел помолиться. Вот сейчас праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Идите в любой храм. Но если лично с вами желает кто-то побеседовать, отложите это. Ты пришел помолиться. А если священник, скажите, батюшка, у нас такое установление, что я должна прийти не одна, с одним из братьев наших. Поняли? Я вас прошу и умоляю, не ходите по одному. Не ходите. Вы очень легко потеряете то, что имеете. Минутным вожделением увлечетесь и поплыли вниз. Вас оттуда уже не достать. У нас это было. Я хотел попутно спросить, ходил на курсы катехизации, они не кончились? Нет. Кончились? Нет? Нет, ну нет. Как, они... Там очная часть закончилась, очная часть теперь заочная. Ну ладно, так, потом сделаешь, как говорится, доклад, что и к чему. Вот, если Господь благословит, у нас было намечено на 2014 год поездка по дальнему зарубежью. Но нынче мы немножко краешек захватили. 9 иностранных государств и 6, которые здесь у нас, бывшие республики-то. Итого 15. А у меня не хватало сразу захватить на все государства груз. Больше 25 экземпляров нельзя было брать-то. И поэтому на этот год у нас, ну, уже не на этот, а на 2014. Я говорил, там 2 вопроса. Первый, чтобы нашли нам, Господь нашел ставку. Ищут теперь где-то в Смоленской области, Калуга и где-то за той стороны Московская где-то. Еще не знаем, где Бог откроет. Открывает уже где-то, но нам не подходит. Или малое пространство там, или какой-то этаж не тот. И второе, чтобы шофер наш бывший, Николай Кручина, он рядом с тобой сидит. Вот. Он согласился, его сердце Бог расположил. Когда был у меня здесь Витя Савченко, третий оператор наш, мы трое ездили, я сказал слова, в которых мне приходится раскаяться сейчас.
Я сказал, мне-то главное шофер. А как ты-то, Витя? Тебе уж сильно тебе надо здесь с лагерем быть-то. Ну, у меня есть братья, которые могут получить документы и поехать-то. Я ошибся, приношу извинения. Дело в том, что я не до конца продумал этот вопрос. Оказывается, у нас у всех повторная теперь шенгенская виза, и нам теперь свободно могут открыть многоразовый или двухразовый заезд и выезд. Мы-то фактически выехали из этого. Сейчас скажу только до конца. А это только у Вити, ни у кого больше нет. Такую визу больше никому не дают. И у нас остается одно. Или отложить, пропало все, или ехать вдвоем. А Витя говорит, что сейчас мне. Вчера вдруг он выдает. А я записался на курсы повышения учителей. Я говорю, да потеряйте, может, третий учитель не потребуется. Сейчас я Вите-то молился и всем говорю, помолитесь, чтобы сердце его было обращено сюда. Я просчитался. Я не досмотрел, что разовое только у остальных-то может быть-то. Так, Николай, скажи. И к тому же Виктор-то, он хозяин автомобиля. Да. Это тоже фактор. Мы не знаем, как, что может произойти. Да. Да. Понятно? А Вите помолитесь, и кто может, скажите ему, Витя, повышение квалификации никуда не денется. У тебя и так высшее образование. Умница такая. Что тебе это надо? Ну, лишь там 20-30 рублей, да мы можем восполнить. Там мелочь какая-то. Он все знает. Чтобы он теперь готовил себя, как в прошлый раз. Ему там брат где-то помог достать эти евро, переслали ему. Потом он их вернул. Я говорю, Витя, не посылай. Ну, он послал. Теперь обратно надо разворот этот сделать. Без Виктора нам, мы уже сработавшиеся. Значит, о чем я говорил, так каждый день и об этом молитесь. И помаленьку откладывайте до первых чисел мая, чтобы ж было нам из чего взять. Моя кошка в авторитет вошла. Как? В одной организации, в библиотеке, завелись мыши и ничего не могут сделать. И теперь в интернете дали сведения, кто может там кота дать-то. Ну, а говорят-то на нашем форуме, это выставлено, там восхищение нашими кошками, на них даже претензий нет, знать, что я не дам, а я даю. И сказал, все приготовить, и куда ей ходить, и может сегодня она пойдет рыжая. Я сделал ошейник бордовый, на ней сделал, там щип поставил, написал, как звонить, если она выскочит там случайно где-то. Рыжая может уйти у меня в командировку. А на остальных, вот кто не знает, что... Кошка. Рыба, отходы какие. Вы всегда приносите, чтобы мне с чем было кормить. Дело в том, что рыбу сейчас до 19-го день святителя Никола разрешается есть, кроме среды и пятницы. Это большой устав, в котором Россия жила. А после 19-го только в субботу и воскресенье. Мы уставы все должны соблюдать. Я вам говорил, что у меня появился один знакомый, которого на меня вывел Андрей Кураев. Он был Андрея Кураева. Я не знаю, с чего Андрей Кураев это все берет. Я просто... Но он Андрей Кураев, все книги мои имеет. И он сказал, самый знаменитый проповедник в России это Игнатий Лапкин. Я так ахнул, какой я проповедник, там, у меня ни образования, ничего нет. Ну, его это тронуло, он стал в интернет, тот человек зашел и проповеди слушал, и его настолько все тронуло, и он везде в семье говорит, а вот Лапкин пишет так, а Лапкин говорит так, он все. И, наконец, мы вчера по скайпу с ним поговорили. Он преподаватель Красноярского университета и преподает в академии еще, оказывается. И он сказал, что у меня, вот, я понял так, что не согласен где-то, но когда досчитаю, я могу только сказать аминь. Я говорю, ты с чем не согласен, не таи в себе, говори. Да нет, ничего, я просто дальше иду. Все это считает. Я выставил это в скайп, мы все записываем, кто к нам звонит. И все это в скайп выставлено. Просто зайдите и посмотрите. Слово скайп на форуме или в ютубе. Зарядите. Вчера мне, опять же, ютуб, это он, ну кто-то на меня выходит и дает сигнал. Кто заходит? И слышу какие-то невнятные слова. Андрей! Андрей! Глухонемой вышел на меня. Вот какое дело-то? На дом-то не хотел, чтобы мы к нему приехали, а сам ко мне на дом зашел. А теперь я увидел, как у него дома там это, ребятишки, с ними поговорил. Я говорю, а они ему там перемаячат. Ну кое-что тут, окошечко-то мало. Я если начинаю говорить, оно все застилает, не видать. Видите как? И он все время заходит на Mail.ru и неоднократно там пасется. Я вчера сказал, там Вадим, почти каждый день бывает. И все говорят, сколько же у вас богатства, 1200 только роликов. Так, Андрею, передай, скажи, милости просим. А что милости? Это я этот ролик тоже записал. Пусть приходит на Mail.ru.
На форум. На форум, на форум. У меня был один знакомый, Краснодар, Краснодарского края. Мы завезли ему книги, его дома не было, дальнобойщик. Марьясов Александр. Я ему говорил там о бороде, и вдруг я его увидел первый раз, какой он, у него борода, патриарх и патриарх, вот такая вот борода густая-то. И он уже к священнику, и священнику-то стал говорить, а священник вообще не знает, но против меня уже идет. То есть у меня какой-то особый запах. Живите ли на жизнь, живите. Он говорит, а вы что, не считали? Нет. Ну я вам дам. Прочитали, священник ничего не мог сказать, ну просто вот так вот, и больше ничего нету. Он работает. А мы передали соседке книги-то. И он говорит, что соседка стала в храм ходить, а что такое-то с ней-то? Она никогда не ходила. Я говорю, так а приехали какие-то люди там, волосатые такие. Она говорит, да всю страну проехали к нам. И она сейчас ходит в храм. У нее там сын или внук еще тоже, хоть к миру тянется. Но я говорю, мы-то были там, ну не больше 20 минут-то, может быть, и были-то всего. Вот. То есть ты сей всегда, а что уж как будет. Я ее к храму не притягивал, просто она увидела, что мы щедро отдаем хлебы. И у нас там милады были где-то там с библиотекой, и он там уже обо всем говорит, другим свидетельствует. Вот, пожалуйста, это разовая встреча, и как она много может дать. Так, еще несколько у меня тут момент. Сегодня говорили о молитве Златоуста, остановиться на этом. Вы постарайтесь припомнить дома и хотя бы кратко законспектировать, что сегодня вы слышали. Какие 6 условий нужно, чтобы молитва была услышана? Игорь, я попрошу тебя, вот эти 6 правил, они немного места занимают. Хотя бы на одной странице кратко сделай и размножь, хотя бы некоторым, а другие размножат. 2 проповеди святого Иоанна Златоуста о молитве. Даже когда Бог не, как бы не дает, что мы просим, это тоже ответ. Бог знает, что будет впереди. Я говорю, Господи, если эти наши поездки не от Тебя, Ты целые Эльбрусы брось на дороге-то, чтобы нам не переехать-то, чтобы мы туда не бились. А если от Тебя, убери все, разгладь дорогу, и как мы проехали здесь. А что мы там нужны? Ну, об этом разговора даже нет. У нас это последняя, самая дальняя будет командировка. Самая дальняя. Остальное только в России будет. А у меня уже каких-то почти не будет. Остаются. Так, вы все время это себе записываете и на молитве вспоминаете, о чем я просил. Я в прошлый раз говорил, поуслышали меня или нет. Если за неделю где-то покупаете фрукты, если покупаете, частицу откладывайте для детей, которые сюда приходят. Не специально ходите, покупайте. Ну, от своего маленько-то. Десятину какую-то. Хоть. Это все пойдет как для Бога. Божья десятина будет. Дальше. О том, чтобы держать слово. Меня Господь нашел через Еремеева Михаила Александровича. Это были тогда пятидесятники. Баптистами их соединила власть вместе. Они вместе молились в одном месте. Я к нему попал, когда я искал, где там люди верующие. Меня завели в латышское собрание. Я рассказывал, а на чем Бог поймал? Я любил нищих. Вот интересно, на чем Бог меня поймал? Я любил бабушек. Сам не знаю, ровно меня не интересовало, они интересовали бабушки. Я их просто любил. Они столько пережили, я как-то все. И гляжу, я сошел на корабле, корабль в море, я сошел на берег и пошел, купил билет, в кино пойду. А сам в библиотеке везде записывался. Иду, в кино надо готовиться. Да я гляжу, бабушка несет узлы, какие-то сумки-то. Я к ней, баба, можно поднесу тебе? Взял. А дорога расспрашиваю, а есть где люди молятся? Она говорит, есть. Идем мимо, вот, говорит, молятся, собираются какие-то. Я глянул, крест, я еще ничего не знал. Никогда я не был баптистов, не видал в глаза их-то. Ну, я зашел. А ко мне сразу подошел человек, я слышу проповедь на латышском языке. И он меня подошел и, вы откуда будете? Я говорю, корабль у нас стоит на рейде, но я зашел и, а у вас есть я по-русски-то? Да есть, говорит, а это я говорю, не все понимаю здесь. Как не понимаете, я уже по-латышски говорите. Да какие-то слова, которых я не знаю, а там слово блаженно. Он меня перевел рядом через дверь, другое русское собрание. И оказывается, я и там не понимаю. Блаженны нищие духом, а у них вышитое на простыне все блаженства-то. Я не знаю эти слова. Я смысла их не знаю-то.
И когда я вижу, что в кино идти надо, они склонились молиться, я переступил через руки, помню, они молятся на коленях, и такие, ну, скамейки со спинками, впереди на что от той скамейки еще и полочка, куда ложить эти песнопения-то. Я перешагнул, пошел, а меня на улице догнал мне человек и говорит, а кто вы будете? Я говорю, ну, я вот такой-то, учусь в высшем мореходном училище, а здесь просто я на корабле работаю. А ты заходи к нам. Господь любит рыбаков. И эти слова для меня ничего не значили. Но и он небольшого роста был, и жена его еще пониже. И оба чернявые, у меня-то написано как. И когда я к нему пришел домой, я уже посмотрел тучи над Борском, как распинают эти сектанты людей-то. Я приглядел сразу табуретку, в случае чего по окну ахну и в окно. А я захожу, у них дверь открывалась, они взяли ее на ключ, закрыли. Я не знал, что здесь, в этот день, у меня начнется новая жизнь. И вот жена его, Анна, рассказывает. Я это к делу говорю. Она молилась о своем муже Михаиле Александровиче Еремеева. Она, Анна Матвеевна. А он добрый сам, матершинник страшный, выпивоха бесконечный. Домой получку не приносит. Пропьет ее, а потом в канаве ночует где-то. Придет домой, за стол сядет. Ну, Аня, ладно уж, я хоть один хлеб буду есть. А я думаю, хлеба-то тоже у тебя нету. Уже мой хлеб-то где-то. А она о нем молится. И вот однажды они дома молятся. Сестры там пришли, они сильно молятся. И вдруг одно из них видение. Она видит большое дерево растет. И голос говорит, я это дерево срублю и пущу на распыл, как Навуходоносора. И она говорит уже с человеческим голосом, как бы разговаривая с видением. За что, Господи? За то, что не исполняет слово, которое дает людям. Ты обещал поехать со мной на машине. Почему не остался? Конкретно. Мы договорились, что ты будешь здесь. Я спросил, ты повезешь на следующее воскресенье? Повезу. Выходит из храма у нас один человек, я говорю, ну ты знаешь, да знаю. Выхожу, его нигде нет, он уже смылился, говорится, нету, слинял, как говорят. Будьте очень внимательны. И они молятся, Бог говорит, я свалю это дерево, за то, что не держит слово. Они стали молиться, Господи, корешок хоть какой-то оставь в земле, как у Навуходоносора-то. И в это время ей сообщают, муж твой попал в аварию. Я для шоферов обращаюсь. Вы встречали такую линию? Раньше были большие тумбы, вот такие вот, как... Ну, они же основания покороче, и внизу большой железный лист, приваренный к ней, мощнейший лист, чтобы она не опрокидывалась. А вверху-то горловина повыше, эти мусорные ящики-то. Кто-то опрокинул ящик, а дорога из плит сделана-то. И между щелями, где она стала, и мордой сюда, это отверстие, мое накрыло афишей. И он в нее как ударился, шофер-то, на грузовой машине-то. Ну, машина-то намертво и встала. А у него рука как была, рука сразу у него перелом несколько раз. Грудная клетка лопнула и разрушилась. Но он успел выскочить из машины и вспомнил свою Анечку. И успел только сказать, Господи, если живой останусь, я приду к тебе. А дальше уже он ничего не помнит. Упал и в больницу, скорая помощь. И они, когда пришли, там операция идет. Но грудная клетка, чтобы разошлась, лопнула, наверное, удар должен быть очень сильный. И врач вышел и говорит, вы верующие? Они говорят, да, верующему все возможно. Он сказал местами Писания. После они познакомились, он как мог срослось, а он был в блокадном Ленинграде, там очень ранен и поврежден рука, зенитные батареи там где-то отбивались от фашистских захватчиков-то. И он еще и инвалид, как говорится, в этом вопросе-то. Этот стал ходить к нему хирург, и они говорят ему, ну, называют там, Петр Иванович, скажите, вот вы сейчас ходите к нам, вот видите, и вы все время говорите, я не верующий. А как же вы сказали, для верующих все возможно, показывает Библию, вот написано. А я этого не говорил. Как не говорил? Так я же не одна была, мы три сестры, все подтверждают, вы говорили, а я этого не говорил. То есть Бог берет ослицу, через нее Бог говорит, ослица она не святая. Вот как Бог делает. Я рассказал это все для того, чтобы держали слово. А у кого есть машины, если вам не трудно, вы постарайтесь узнать через кого-то или ко мне подойдите, кому сегодня нужно что-то увезти. Так, скажи Андрею, что сегодня у меня для него мешок макаронов есть. Просто есть, я могу дать. У него ребятишки, не такая богатая семья. У нас что есть, мы стараемся раздать и прочее. Отвезти надо будет кому-то. Я кому говорю, понятно? Будьте очень внимательны, братья. Если где-то в одном месте было подобное, то значит что-то есть. Одному было видение, он вот так вот крестится, и вот так вот.
А другой, который зашел, видит, это видят не все. А только один видит. Он видит, сидит сатана, бесенок ли какой-то, и хохочет, рожи корчит. Это было в житиях святых. Он заходит к продавцу в магазин-то, а он продает, а у него там сделано, там гирька поменьше выточена, там, ну, что там надо. Разные гири-то. А он смотрит, у него змей вокруг шеи обмотался его и сосет этого продавца. Он говорит, ты давно со змеем-то ходишь? Какой змей? Но у тебя вокруг шеи змей. Мы поговорим со змеем-то. И бес говорит, за то, что ты обвешиваешь покупателей. Он так испугался и перестал это делать. И вот этот человек, который видел здесь демона-то, и он говорит, а почему ты так крестишься вот так вот, как патриарх-то? Ты перекрестись вот так, как Путин крестится-то. И он как перекрестился, сатана туда и опрокинулся. Это, конечно, не Евангелие, но православные верят, что такое возможно быть. Поэтому крестное знамение совершайте точно. Недавно у нас очень ревностный брат один, а молится-то всегда сзади меня, я этого не вижу. Я гляжу, он молится вот так вот и вот сюда вот, прямо вот сюда, ниже локтя. Вот так. Я когда посмотрел, ты что делаешь-то? Так я разве так молюсь? Да ты и сам не знаешь, он спутал тебя уже окончательно. Я снова разворачиваюсь, смотрю, а ты стоишь, ты теперь стоп. Рука-то у тебя где опущена? Почему ты не сюда-то? Тебя сатана уже охватил. И поэтому результат такой, что у тебя уже вперед прогляда, ты на один сантиметр не смотришь. Понятно? Гляжу, брат испугался и начал креститься, как должно. Так что будьте во всем точны. Написано, книга Сиада не отходит от уст своих, дабы исполнять в точности написано. Это я говорю о Библии. Но у православных есть и предание церковное. Поэтому... Слово свое нужно держать. Так, кому звонила Раиса Блинникова? Ну, так, объяви. Звонила мне Раиса Блинникова и просила молиться на вот следующей неделе, с понедельника, она сама еще точно не знает. Она лежала в больнице, у нее один глаз, который делали операцию, он вообще не видит, она как-то так вот. Искося, ну там, что это, черное с белым. А это вот не катаракта, а глаукома. Ей сделали там тренаж, что ли, может, я неправильно говорю, не знаю. Вот, и теперь она вообще и тем, и другим слепая сидит. Вот, и на неделе ей врач сказала, что вставит этот, что вставит? Хрусталик вставит. Ну, не знает, как она. Она, конечно, в таком состоянии плачет. Я говорю, ночью плакать, надо молиться, да все. И просила, если вы, говорит, меня не забыли, братья и сестры, я о них все время молюсь. Она всегда говорит, что я молюсь за всех. Помолитесь о том, чтобы ей Господь, ну, дал, помог бы ей, и врачу бы, как говорится, ну, и ей как бы духовно вот так вот, вот поднял, помогите ей. Так, Любовь Петровна, передай, что в моей молитве ее имя произношу каждый день. Ну, я и так сказала, я говорю, Игнатий Тихонович, вы как-то ежедневно молимся. Она заплакала, говорит. Мне не важно, кто, друг, враг, ушел, для меня это никакого. Мы за Горбачева молимся, за Невзорова, я как раз в этом интервью сказал. Конечно, не интервью, это, ну, кощунство. Я говорю, вам надо сделать вот что сейчас. Главное, у них сегодня враг православия, они считают, это Невзоров Александр Глебович. Вы там все это описали, сделайте так. Пускай пойдет Дворкин, главный сектовед, Александр Леонидович. Возьмет он с собою, дальше перечисляя, кого надо, Чапина Всеволода по связи с общественностью. И пойдут к Александру Глебовичу, к Невзорову, возьмут с собой миллионную аппаратуру, такую вот, и хороший фильм сделают. И придут и скажут, Александр Глебович, вот вы уже сколько лет воюете против православия. Вы людям отвечаете, почему вы шли из семинарии. Он учился верующим. Потому что у него дед или отец был генерал КГБ. И видел, как вербуют, и как эти все настоятели закладывают друг друга. А второе, у меня, говорит, традиционная сексуальная наклонность. А там требуется нетрадиционная. То есть я не гомосексуалист, поэтому я ушел оттуда. Так вот, пускай он все это скажет. Запишите все, а потом своим семинаристам, академистам в синоде разберите и скажите, по пунктам разберите, что он говорит правильно и неправильно. И что он говорит правильно, исправить надо. Вы у него отберете эту возможность-то. Он говорит о том, что берете вот то-то, уберите это. Я говорю, если бы с ним занимались Невзоров, Мухаммад, это были бы, может быть, сильные учителя, пророки в православии. Одним махом сбили, от него ничего нельзя принимать. Дали указания, где Невзоров участвует, священники понимаются и уходят.
А люди этого не понимают. А люди сейчас смотри, какая энергетика у этого. У них взоров. Эти бесы в черных рясах-то бегут от него. Вы должны были это обдумать, что вы делаете-то. Я за него молюсь каждый день, произношу его имя святое. Святое имя, не он. Ну, можно было найти в нем доброе. У него столько знаний. Этот человек гениальный просто. И он показывает главное. Он говорит, царская Россия, церковь-то, 14 уголовных статей было, которые преследовали любого, кто слово скажет на нее. Они без мирской власти, православные же дня не могут прожить. Я подтверждаю, да, правильно так. Так уберите это, не связывайтесь. Не надо лезть там в школу, АПК, не надо в армию. Не гоняйтесь за мной по библиотекам. Вас никто не ставил быть цензорами. Это мирская организация. Какую носить одежду людям, вы отдельно с каждым разговариваете. Они хотят, чтобы все соблюдали. Люди сейчас собираются там, вообще большие радиостанции, телевидение. Какое они право командуют? Почему? У нас тоже свое есть мнение. Еще нам показывают, как одеваться. Закон не принятый. Проведите его через Думу закон, и будет дресс-код свой. Я не Невзоровец, не надо там. А ты там... Жидовский иеговист, там я как только не называю. Иеговистский жид, вот как. Просто не надо это. Так, сегодня при выходе из Смоляния у нас... Я сестру попросил одно дело. Что я тебя попросил? Она наблюдатель. Чтобы вот эта скамейка была полностью наполнена. Наши сестры, когда выходят из храма, я тоже сама всегда выхожу и там сажусь. Мне там удобно. А сестры сюда не хотят заходить. Братья, всегда забивайте ту скамейку, пока полно не будет, чтобы здесь могли садиться. Вы перешли сюда зря. Та скамейка для мужчины рядом, которая. А остальные первым делом забивайте сюда. Вот как заговоренная скамейка боятся. А почему? Здесь трудно выходить, убегать во время собрания. Я знаю причину. У нас было, которые стоялись на кухне, ни одного нету. Это чтобы не было больше. Кому-то решили пойти что-то делать, советуйтесь. Советуйтесь, вот у нас специально избранные наблюдатели, исполнители. Есть староста, есть батюшка, церковный совет. Понятно, она на это поставлена. Если она стоит вот здесь вот и сказала заходить, прошу слушаться. Она избрана не для того, чтобы только для фишки. Набить полностью скамейку, потом вплотную. Вот в трамвае едешь, сядет на первое, а дальше скажет, пустое место, подвинься, да я схожу. Ну ты сядь туда, потом выйдешь. А человек другой боится сказать и стоит рядом. И она видит, что рядом стоит, а рядом пустое место, но переходить надо. Не двигается. Никогда этого не делайте. Когда пустой трамвай, тогда другое дело. Ну, как всегда, я спрашиваю, какие ко мне вопросы? Давай. У меня к вам вопрос. Батюшка вам поручил съездить к дроботам. Да. Вы поручение, он на следующей неделе приедет, вы его не выполняете. Не выполняю. Вам срочно нужно съездить. Потому что он спросит. То, что вы с ним виделись по скайпу, это не важно. Вам нужно в общую обстановку посмотреть. Так, вот в чем дело-то. Батюшка сказал в общем, но он не знает, что будет, я не знал. Мы сразу сели на машину, а Андрей Головач нас повез. А нам звонил кто нам? Кажется, ты и звонила. Вот кто. Она говорит, а Насти дома нету. А Андрей не стал нас слушать, даже мы говорим, сейчас на машине поедем. Он схватил ребятишек и убежал, прямо убежал. И мы машину, дорогу никто не знает. Ну села Татьяна, поехали. Едем дорогой. Я говорю, ну, жена на работе. И вдруг жена отвечает, что ей запрещают выйти с работы, она не может птицефабрику покинуть. А куда приедем-то? Андрея нету. Пустому замку, и мы не выехали еще из города, повернули назад. Это первое воскресенье. Второе воскресенье, не с кем было ехать. Я знаю, я договорился с одним братом, шофером, он повезет, все. Я выхожу, стоят с ребятишками. Настя, где она? Вот. Вот она была. Она говорит, а что дальше? Я говорю, не знаю, ничего. Шофера нигде нет. И шофер, интересно, какую тактику избирает, как поп православный. Заблокирует сам себя, звонки идут. Я, Сергей, звони, сам звоню, ни звука. То есть звонок идет, но хитро положил. Не обманывай, брат, себя. Это не годится. Дерево это будет вырвано с корнем. И мы крутились, я теперь пошел извиняться. Настя, прости, от меня это не зависело. Вот второе воскресенье. От меня какая вина? Один раз никого дома нет, второй раз машину подвели. Ну, обманули просто меня. А третий раз сегодня. А Андрей здесь. И Настя здесь. Это редкий случай, когда они двое вместе, потому что они дома охраняют. Так, готовы ли принять меня сегодня с братьей? Показать просто все. Игнатий Тихонович, ну как Андрей скажет. Дело в том, что Андрей искал работу.
и ему позвонил работодатель. Понятно. И они просили встретиться сегодня в музее город, вот здесь вот рядом. Ну пусть идет. Ну, один, идет а ты... Так, смотрите. Он просил с переводчиком, со мной. Дело вот в чем, что ехать-то было не просто ехать, а потому что у брата есть порок, который разоряет семью. Шею опутал зеленый змей. И мы для этого ехать. А я сейчас поеду и за вчерашний буду его там уговаривать, когда он уже все это оставил. Он теперь работает. Я фактически-то смысла-то никакого и нет ехать-то. Тем более он здесь, жена здесь. Спроси его. Нужда есть, чтобы я у него был сегодня? Спроси сама. Игорь, ну что не моя чувство? Ну спроси его, а то он один разговаривает. Надо, чтобы он хочет или не хочет. Польза будет, нет. О. Все, слушай, он говорит, я не знаю. Ты ему объясни, раз он говорит не знаю, значит не надо ехать. Все, это как раз ответ настоящий. Во, ответ. А когда он был против, это ясно, что он противится. Знаете, это практика церкви. Когда Семен Столпник был на столбе, так никто не подвязался. И собрались мужи на соборе на целом и говорят, это не от Бога, что он делает-то там. А другие решили так, давайте пошлем посыльного, да ни одного. И скажем, это не от Бога. А ну, Семка, слазь оттуда. Если он будет слазить, вы его остановите, скажете, не надо, лезь обратно. А если скажет, да мало, вы еще скажете, то стащите его за ноги оттуда. Но они только ему сказали, и он сразу же, ну я-то не знал тогда, что это не от Бога-то, ну, братья, простите, начал спускать. Они, не надо, иди. Они сказали туда. И тогда приедет патриарх, его, не прикасаясь к нему, будет крестить и рукоположит его пресвитера, чтобы приходить и просить его благословения, патриарх. Вот какая история наша интересная. Андрей говорит, разницы нет, значит не надо. Ну не разницы, он сказал, я не знаю, а потом что-то... А не знаю, это означает, он был против, там. Он убегал, он категорически был против. Сейчас не за чем ехать. Сейчас вот он против, вот сейчас, сегодня из-за того, что ему надо к работодателю. Сейчас не за чем ехать. Он как раз устраивается, он это не делает. Он вначале сказал на следующее воскресенье, а потом через секунду сказал весной, вот так, он быстро меняет. Ну все, ну скажи, что не поедем, скажи. Скажи, ехать не за чем, ты работаешь, у тебя все хорошо. А за остальное, что было не так, он ответит уже перед батюшкой. Вы дом посмотрели, вы дом посмотрели. За дом ехать, тратить время не могу, у меня времени нет даже. Давай. Братья и сестры, не забывайте, у нас дети есть, и про эту коробочку. Потому что мы только на школьное питание, больше никуда. В прошлый раз ничего не положили. Видите, тут сказали, что какой-то бизнесмен взял на абордаж этот кораблик. И помогает, и одевает детей, они стали одеты, просто все, совершенно незнакомый человек, и стал спонсировать их, и довольно, так или нет, Настя? Там только одежда. Настя. Где она? Ну-ка, Настя. Настя, ну-ка иди сюда. Говорят, кто-то какой-то вам помогает человек, там спонсирует, ребятишек одевает, так или не так? Да, есть, помогает хозяйка цветочного города, каждый год помогает ребятишкам, дает обувь. Но она просила, чтобы ее не афишировали. Мы ее ну да, не будем знать. Но имя ее можем узнать? Да. Ну, Ольга. Как Ольга? Ольга? Значит, Ольга, вам больше не понятно, что делать? Нам не надо афишировать. Тайная милостыня приемлется Богом. Все, принято. Так, нужда большая есть вам, чтобы сегодня с коробочкой ходили по кругу? Нет, спаси Христа. Вот так, Надя. Она говорит рядом, зачем ты это? Уже привязалась к коробочке. Вот здесь она. Нет, вот сюда. У нас есть куда остановиться. Ну нормально все, зачем это нам наверное? Надюша, будет трудно где-то, ты скажешь, и у нас вопрос решается просто. Вы знаете, когда нужно на перевод Библии, тут сгорел священник, у нас шестизначные цифры собирают мгновенно. Так что. У меня сейчас только на работе небольшой. Ну я знаю, слышал, что. Ты скажи, какая нужда на работе? На работе. Какая нужда? Я начальник. У меня в подчинении на данный момент 4 человека. Ну это официально. Неофициально до 16. Я не могу почему выйти из птицефабрики, потому что я им даю работу. То есть вот они сейчас вот приходят, мы каждой курочке должны поставить укол. И не один укол, а 2 укола в вакцину, чтобы она не заболела. Вот, и это огромные птичники. 80-90 тысяч голов. Огромные птичники. Поэтому пока мы не пройдет вот эта вот часть, не засели. Это невозможно сделать. Делаем каждый день по 10 тысяч переводим. И неделю 10 дней. В зависимости от поголовья. И получается так, матерщинники, вот те, которые основные работники, они матерщинники страшные. Они работники хорошие, то есть они им дал задание, они выполнили. Но маты, женщины матерятся так страшно, я таких слов не знаю, я думаю, даже зэки таких слов не знаю, потому что это
Ни одного русского слова я курятник разобрать не могу. Я не понимаю их слов. Я стою, они когда сматерятся, я стою и не могу понять, что они говорят. Я смотрю на них, а они мне поставили это вино. А ей это нравится. Она говорит, стоит и улыбается. Мало того, это вынесли на общее, так скажем, собрание всего нашего ветколлектива. Получилось так. А сейчас мне приняли еще двоих человек. И по ощущениям не лучше, так скажем. Не знаю, прям уже даже боюсь, а работать надо. Получается так, что сейчас от моей работы зависит благополучие этой фабрики, так скажем. Где я сделаю ошибку, там будет болезнь. Там могут даже пострадать люди. Дело в том, что эта вакцина очень серьезная. Вот такие дела. А ты терпи, относительно матов, я хотел сказать. У меня даже в книгах это записано. Это мне отец рассказывал. Старичок очень верующий, пасет. И никогда он не ругался. Пастухи все матершинники. Пастух, скотина, дает он воз и в гриву может. И вдруг у него корова полезла, одна отделилась от стада и полезла там, где топь. А корова-то он видит, вдовы. Он кричит, куда ты, да миленькая моя, да разве может, да без тебя-то в пядосе там замрет с этими ребятишками. Она прется, корова никогда не пойдет. Это совершенно необычно. Козел пойдет, корова нет. Он не знает ничего делать. Он тогда упал на колени. Господи, да верни эту коробку. Тогда что же я отвечу-то? И вдруг он один в степи, как бас голос говорит. Ты только заматерись. Она сейчас на берегу будет. Вот и все. Когда мужиков, говорит, всех забрали, а остались одни бабы, да девчонки, и они убирают там на быках сенокос. Лошадей-то тоже в армию забрали-то. И они, лошади остались, быки не слушаются. А бабы говорят, надо, как мужики-то разговаривать, с матерками. А бабы тогда еще не матерились, как это. Ну и одна, другая там, и быки стали слушаться. Ну, а и девчонка, когда научилась, ей 16 лет-то, и она тоже, это не кто-то пишет, а прокурор края Гущин. Вышла такая книжечка его. И вот это, она где-то здесь в Озерках, или где жила, девчонка, давай им матом, бабы говорят, тут ты что-то превзошла всех, прям материшься-то, не надо. Грех это грех, тем более Ильин день был. Она, грех это Сталину, который заставляет нас работать в воскресенье-то. Кто-то пересвистнул, ее арестовали. Она сидит до вечера, она домой, у меня мама, огурцы поливать там надо, что? Ее никто не слушает, ей да просто, это пишет прокурор края, не верить нельзя, он прямо из дела оттуда берет-то. Ее враги народа, да я не знаю, да как я сказала, я комсомолка, да у нас пятеро ребятишек, я их всех ни слова не говорю, а приговорили к расстрелу, расстреляли. Расстреляли, да на сколько еще ребятишек-то нарожала-то? И она не враг. Вот почему говорят, нас сегодня было бы, не победи революция, 600 миллионов, 500 миллиардов сожрали. Уничтожают друг друга, не надо искать врагов, мы сами враги сами себе. Это пишет прокурор края Гущин. Поняла? То есть сатана добивается того, чтобы это делать. А ты, как бы не слушай, твори молитву Иисусову. Богородицу тебе не прочитать, а Иисусу? Не улыбаюсь я. Ты не разговаривай с ними и скажи. Вот у меня было в лагере, это, в тюрьме, я сижу. Ну, я нашел вот, вот точно такой же участок, а тут мое. А тут вот шконки этажами идут. И он головой лежит сюда и мне дует прямо в лицо. Это вторая шконка где? Кровать. Я спросил, где можно молиться? А вот здесь вот. А да, дверь открыта. Вот именно вот так и было. И молиться можно. Все кричат. В камере 70 человек. А меня, когда зашел, я зашел в камеру и сказал, мир дому всему. Все замерло. Сразу подходит старший по камере. А кто вы будете? Какая статья? Не вздумай обманывать. К вечеру уже точно буду знать. Так Сива письмо называется. Пошлет, все узнают где-то. Я сказал, какая статья. А что за статья? Ни один уголовник не знает. Даже начальник тюрьмы. 190 прим. А это распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный, государственный строй страны. Ты слышишь, куда меня гонят? И вот он теперь к статье к этой пристанился. Только я помолился, он спрашивает. А что вам надо? Я говорю, где бы табака не было, где тут табака не было. И он меня две, а на каждую шконку три человека. Один спит, другой по переменам. Мне две выделил, чтобы никто не курил. Я говорю, да вот матеряться как-то. Матеряться? Я в следующий раз стал только, а нового человека завели. И слышу, он говорит, мужик, ты помело свое припуси. У нас батюшка, и он молится.
И больше ни одного мата на 70 человек. Уголовники. По 6 ходок у некоторых. 6 раз сажали его. И ни одного матерка в камере нет. Это вообще вещь невероятная. Почему? Бог. Бог, да. А Бог, как Распутин говорил, а Бог, вот и все. Если ничего нет, вот смотрите, батюшка выписывает для вас календари. Почем они, чего, я не знаю. 35 рублей. Надо разобрать их или батюшки вернут. Очень хорошо, на каждый день там все записано. Ко мне вопросов нет? Я о чем говорил, не забудьте, относительно Максима. Что за это? Поблагодарить за отца Сергия Дудина. Поблагодарить Бога, чтобы Бог его сохранил и дал ему здравие. У него нет жилья, чтобы жилье ему Бог дал. Так, теперь Сова. Илюша, скажи, Илюша, вот всего-то ничего, приходи, мы его помним, молимся. И ты будешь успешен в работе своей, Бог даст. У нас вот в институте учатся люди сидят, и не отстающие. Ну что, поблагодарим Бога. Достойно есть всякого истину, блажитесь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, великая благодарность Тебе за эту святую возможность встречаться с детьми Твоими и вместе молиться. Хвала Тебе. О чем мы говорили? И что будет даже предано забвению, Ты сам восстанови в прежней силе и исполни, что по воле Твоей святой, где мы просим не человеческого, а божественного для спасения душ. Будь милостив, Господи, к этому священнику Сергию, укрепи его, сохрани его от всякой лжи, благослови ему, дар ему доброе жилье и здравие. И болящего парализованного Сергия сохрани, помилуй Павла, у которых мы были этим летом. И место сие защити и сохрани. Благослови наши занятия. Кто не имеет духовного рождения свыше, помоги им родиться, быть твоими истинными чадами, чтобы мы были водимы Духом Божиим. Дух Святой вел нас в землю правды, к желаемой пристани, к Царству Небесному. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. На, вот он дал мне дело. Они уже покушали, уже поели, все съели. Все уже ты, минутку, крик вот прислала Валя Барышникова. Кому надо, зайдите там в детскую. Тыквы, тыквы. Ну зайдите там, кому достанется, не достанется. Очень много достанется всем. 40 штук. Вот в этой комнате, в детской, они не замерзли, ничего. Валя, она очень добродетельная. Игорь, ты не привезешь мне тыкву? Привезу. Привезу. Прямо до лифта. Тыква... И тебе возьми. Юли... А вот в детской. А, и вы возьмите. В детской тыква, да? Да. Юля, скажите, я чтобы она мне указала на это. Ладно. Пока не пошли. Ну что, пошли. Порезанная или нет? И наша семья очень дорога, но есть такое.